Банк, особенно в непростых экономических условиях, близкий друг каждого современного человека. А офис банка сегодня помещается в любом смартфоне с выходом в сеть. Остается один вопрос – кому доверить свои сбережения? Эффективность работы коммерческой системы высчитывается по-разному. Специалисты устанавливают целевые значения, составляют статистику. Но, наверное, самое главное – это доверие клиентов. Добрый день. В каком банке вы обслуживаетесь? В Сбербанке. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно этот банк? Потому что я пенсионер, карта МИР, Сбербанк. Еще вопрос. Все ли вас устраивает в ее работе? Да. Скажите, пожалуйста, в каком банке вы обслуживаетесь? Тинькофф и сейчас в Сбербанке еще. Почему выбрали именно эти банки? Ну, в Тинькове, конечно, потому что кэшбэк сейчас это на слуху, реклама везде я видела и сама решила попробовать, поэтому перешла на Тинькофф. Вот, в Сбербанке, ну, потому что как-то у всех раньше был Сбербанк, а сейчас вот, когда у меня заканчивается карта, ее, точнее, срок действия, то я решила попробовать что-то новое Тинькофф. Скажите, пожалуйста, всем довольны в работе этих банков? Да, в принципе, я пока, наверное, меньше месяца даже пользуюсь. В принципе, да, все устраивает. В Тинькове кэшбэк, в Сбербанке бонусы спасибо, везде есть какие-то плюшки. Ну, в общем, в принципе, да. Ну, в Сбербанке. А почему выбрали именно этот банк? Ну, потому что он надежный. Скажите, пожалуйста, каким банком пользуетесь, в каком обслуживаетесь? В ВТБ. Почему выбрали именно этот банк? Ну, потому что зарплата удобнее приходит. Скажите, пожалуйста, в каком банке обслуживаетесь? Сбербанк. А почему выбрали именно этот банк? Ну, сейчас всю жизнь ему. В каком банке вы обслуживаетесь? В Сбербанке. Скажите, пожалуйста, почему выбрали именно этот банк? Ну, потому что там была зарплатная карта, и уже давно мы обслуживаемся так. Скажите, пожалуйста, в каком банке вы обслуживаетесь? Сбербанк. В Тинькове. Скажите, почему выбрали именно этот банк? Так случайно получилось, на самом деле, я даже не знаю, почему. Ну, потому что, просто наверное, потому что, наверное, у всех, в принципе, есть Сбербанк, и очень просто, наверное, переводить там с одного счета на другой, и показалось, наверное, что так будет удобнее. Вы всем довольны в работе этого банка? Да, да, в принципе, все устраивает. И в каком банке обслуживаетесь? Сбербанк. Почему выбрали именно этот банк? Высокая доступность различных банкоматов. По всему городу можно снять деньги, положить деньги. Поэтому я обслуживаюсь в Сбербанке. Скажите, пожалуйста, все ли устраивает в его работе? Да я думаю, да, все устраивает. Много предложений, много различных, я не знаю, условий приобретения карты. Вот, все устраивает. В каком банке вы обслуживаетесь? Сбербанк. Скажите, пожалуйста, почему выбрали именно его? Ну, как-то исторически сложилось, не знаю. Давно уже просто им пользуюсь, поэтому пользуюсь постоянно. В каком банке вы обслуживаетесь? В Тинькофф. Скажите, пожалуйста, почему выбрали именно этот банк? Нравится сервис, клиент-ориентированность, возможность все в онлайне обслуживаться. Восточном. Скажите, пожалуйста, почему выбрали именно этот банк? Удобно. Вас все устраивает в его работе? Все устраивает абсолютно. Сбербанк. А почему выбрали именно этот банк? Потому что самый лучший банк для меня. Вы всем довольны в его работе? Да, очень. Добрый день. В каком банке обслуживаетесь? В Сбербанке. Почему выбрали именно этот банк? Да и не было какой-то причины особой. Потому что пришлось, скорее всего, просто. Ну, потребность была в карточке, я пошел, оформил карту, все. Вас все устраивает в его работе? Да. Добрый день. В каком банке вы обслуживаетесь? Сбер. Скажите, пожалуйста, почему выбрали именно этот банк? Ну, стандартное доверие к сберегательному банку. Вас все устраивает в его работе? Да практически, да. Те операции, которые я осуществляю через банк, они вполне комфортны через Сбер. Сбербанк регулярно проверяет качество своих услуг с помощью телефонных опросов, СМС и уведомлений в мобильном приложении. Важно, что Сбербанк никогда не рассылает сообщения с просьбами перейти по ссылкам и не запрашивает личные данные. По итогам 9 месяцев 2020 года 13,5 тысяч клиентов Центрально-Черноземного банка или более 70% опрошенных поставили ему высокую оценку и готовы рекомендовать Сбербанк как свой основной банк.